скорости и симметричности мозгового кровотока сейчас эта проблема, начиная от ребенка и заканчивая взрослым. Сегодня на приеме у меня был ребенок, у него скорость кровоснабжения в артериях мозга была с одной стороны 127, а с другой стороны 142. То есть мы видим, это УЗИ было сделано сосудов у ребенка. И в результате доктор написал, что есть застойные зоны в области мозгового кровотока, асимметрия мозгового кровотока. Ребенок этот имеет симптоматику повышенной активности поведения. Потому что что написано? Венозный застой. Как ребенок убирает венозный застой? Он начинает активно двигаться, он начинает становиться на голову, переворачиваться, выделывать нам тут кренделя, что он сегодня вот тут делал, мы его караулили, чтобы он нам что-нибудь в кабинете не сломал. Это повышение активности поведения на фоне повышенного внутричерепного давления. Все это на УЗИ сосудов мы можем увидеть. Но мы с вами не знаем, откуда ноги растут. Да? Как у ребенка убрать этот застой в области головы? Природа этого явления у нас называется наличие увеличенных лимфатических узлов в шейном отделе. То есть мы имеем в данный момент застой вот в этом месте у ребенка. Идет фарингит хронический, практически у всех. Я прошу принести мне от ЛОР справочку, все приносят, что там есть фарингит. Я отправляю к гастроэнтерологу. Что у ребенка? Гастрит. Что у ребенка? Застой желчи. Продукты воспаления все собираются в лимфатические узлы подключичной зоны. Да, вот здесь мы с вами можем тоже видеть. Сюда собираются продукты воспаления. И они сдавливают сосуды. Вот здесь мы видим, вот они лимфатические узлы, которые сдавливают сосуды на фоне воспаления, нарушая приток, отток в область сосудов мозга. И дети на этой теме становятся у нас, вот я занимаюсь с ребенком, у которого есть проблемы нарушения мозгового кровотока, и это вылезает в аутизм. Он не может состыковать как поведенческие реакции, так и реакции чисто двигательные. У него повышена двигательная активность. У пожилых это уже связано с тем, что под этими лимфатическими узлами идет сужение диаметра, и в этом месте турбулентность крови откладывает холестерин. То есть под лимфатическими узлами возникают холестериновые бляшки. Как мы это можем с вами убирать? И лимфатическим массажем, да, убирая. И я хочу сегодня объяснить еще, как мы можем проверить качество нашего лимфатического массажа, когда мы с вами убирали все, да. Это многократно можно посмотреть в Инстаграме, да. Мы проверим по счету своего же пульса у себя на шее. Опять всегда начинаем с левой стороны, опять поищем, где у нас эта точка, да. С левой стороны берем и ищем. Мы легко нашли сегодня эти сосуды? Сложно нашли мы сосуды. Чем больше увеличены лимфатические узлы, тем меньше проводимость. Поэтому мы останавливаемся на счет 21 и слушаем свою пульсацию. Лучше глазки закрыть. И в этот момент не давим мы на сосуды, мы просто считаем пульс. Так же, как мы считаем пульс в лучезапястном суставе, мы также считаем пульс и здесь у себя на шее. Можно вот таким образом с этой стороны взять, можно другой ручкой взять. Найдя пульс, мы считаем счет 21, так движется лимфа. И в этот момент мы выясняем, какая сторона головы у нас себя проявит. Вот мальчик сразу нам показал, я чуть-чуть подержал, он сразу что сделал? У него застойная зона затылочная. Здесь мы вышли тоже на затылочную зону, так? Сейчас мы опять здесь держим ручку, сначала с одной стороны, потом с другой. Если у нас нет ощущений в голове после того, как мы проконтролировали с одной стороны, потом с другой стороны пульс на счет 21, значит у нас симметричный, достаточный мозговой кровоток. Если где-то возникла головная боль, если возникло где-то ощущение тяжести, там у нас и есть застой. Какова природа? Положив пальчики на сосуды, на пульсацию, мы с вами прогрели их своими пальчиками.
И у нас усилился кровоток, пошел в голову. И там, где затор, у нас проявилась эта зона. Это метод диагностики, но уже и метод коррекции достаточности и симметричности мозгового кровотока. И также мы проверяем эффективность нашего лимфатического массажа. Если мы корректно работаем со своим телом, не передавливаем, а поверхностно, легонечко, потихонечку убираем застой подкожно-жировой клетчатки, то мы обязательно при пульсации не найдем никаких проблем в голове. Если они есть, мы этой же пульсацией можем с вами и разобраться. Поэтому по жизни мы должны, отрабатывая пульсацию в шее справа и слева, не иметь ощущений в голове. Значит, мы отрабатываем достаточность мозгового кровотока. Вот вам задание на сегодня — проверить свой мозговой кровоток. Я это называю УЗИ и МРТ через свои руки. Мы делаем руками диагностику состояния мозгового кровотока и лимфатическим массажем отработать вот эти нарушения, которые у нас есть.